перешел в профи. Я считаю, что вот та база, которая у меня в любителях, она осталась. Тот тренер, который был, он остался. Вот он. Дмитрий Буйвол, выпускник Академии физкультуры. Петербуржец. Родился в Киргизии. Но все свои... все прекрасно работают вместе. Один из вопросов. Ключ успеха. Ну, уезжает вместе со своим тренером. Удары. Валера демонстрирует, делает. Достаточно успешно делает. Всегда непросто приспособиться к такому боксеру. Но уже сейчас Бивол демонстрирует очень хорошую реакцию. Вот еще раз. Хорошая атака. Ну, такая разведочка. Хорошо. Она закрыт, сконцентрирован Дмитрий. Никакой суеты, лишь смотрит и создает такое оппозиционное правильное давление. Вывести Дмитрия Бивола из себя не удалось. Хорошо. Достал. Длинные руки, конечно. Не ведется на этих. Достигает. Опять нашутит же. Да, элегантно останавливал. Напоминаю, он выступал в категории до 75 килограммов. Я напомню, что в поединке со Станиславом смог сделать Каштанов, это может сделать Бивол. Действительно большой, мощный, длиннорукий. Цель пристроиться к технике, к передвижению. Хорошо, это был удар, скажем так. Неудачно. Рефери не открыл счет. Здорово. Попадает. И снова в атаке Бивол. Здорово. Молодец. Очень свежо выглядит. Видно, функционально. Готов. Сильно. Левый сбоку. Хорошо. Летят руки у Дивен. Разбивали Феликса. И он практически все время в положении. И этим... И насколько хорошо. И как рационально работает, да? КПД ударов очень высок. Без лишних движений. Начал давить мимо. Начал на себя натягивать опять мимо. Здорово, правый. Вот Дмитрию надо немножечко присмотреться. Правый прямой. Начинать немножечко атаку, наверное, с корпуса. Было бы хорошо начать с корпуса. Прямо вот с корпуса, правой попадать в корпус. Конечно. Левый пытается выбрасывать навстречу. Справа начал, левый попал. Все в порядке. Левый боковой, но... Да, справа Бивол. Теперь будет раскачивать его. Хороший снова. Легкие удары, но тоже... Опасно головой. Ой-ой-ой, сечка. Сильное рассечение. Это непреднамеренно. Это произошло в тот момент, когда он как раз... И это момент для Бивола. Джеб. Хороший джеб. Точное попадание. Справа. Наконец-то. Справа. Ушел Дмитрий. Очень плотно Дмитрий Бивол попал. Очень плотно. И еще раз попадает справа. Сейчас будет делать все. Минута остается в этом раунде. И снова он клинчует. Глаз залит, вяжет. Идет в ближний бой. Хороший боковой.
И Дмитрий начал заключительный этап своей охоты. Очень тяжелым состоянии сейчас доминиканец. Очень. Но он умеет выживать. Состояние как раз такое. Оно становится ближе. Можно им в корпус ударить. Но... чуть-чуть успевает. Да, голову так чуть-чуть. Даже если пришел, бивал, его все равно не собой, все тело работает. Как будто вот с ногами он не разговаривает. Да, да, да. Сами руки, его несут. Руки делают от другой. Он не обращает на них внимания. На кону временный титул WBA в полутяжелом весе. Тяжелый стал таким же фирменным дивизионом для нас, да? Когда Валера становится вот... Смотри, как он себя ведет. Паники нету, с ногами это все для того, чтобы прийти в себя. Молодец, уже... сразу происходят некоторые паузы. Это... Да, Ди уже ждет, Хорошо сейчас нырнул по переднему. Давление нужно бить в середину. Блокирует все, видит все, Алекс Валера. Все видит опять. Как раненый зверь сейчас он. Хороший удар. Чем тебе сейчас это надо, я не пойму. Дмитрий пока на паузе, он смотрит, проверяет. Левый сбоку нужно ждать, нужно его караулить, знаете. Начинает пристраиваться немножко, ему начинает нравиться то, что он делает. Да, это он такой, которому нельзя давать шанс. И пошел вперед достаточно уверенно. Вот так, надо садить, надо обязательно садить. Хорошие комбинации Бивола. Дмитрий нанес. И еще атака. Значит, это сознательно было сделано, да? Вот дал вымахаться, будет пытаться забрать раунд. Вот здесь, да. Правильно. Да, и в сторону, не стоит перед ним. Три чемпионских раунда. Да, чемпионский раунд, совершенно верно. Ой, хорошо. Да. Узел может быть успешен. И он понимает, и скорее всего ему это сказали. И пошел вперед. Штучки, махание руками, он убрал руки к голове и попер вперед, как бульдозер. Но неплохо. Пригодились бы Биола. Вот так. Вот он и делает это сразу. Да, не надо драться быстро, узко, вовремя. И запускать его в сторону. Вот так. Вот так, верно. В сторону, закручивать. Левый сбоку и в сторону, Дмитрий. Да, тяжелый такой, видно, что... Ну вот так, пусть бросается, пусть бросается. Вот хорошо. Справа. Еще раз право наносит Бивол. Это комбинация. Но ты... Как же этот Валера стоит, а? Такой неудобный голову. Ценный опыт. Утро эпизодов, я бы так сказал. Но в любом случае, Феликс Валера — это боксер, боец очень хороший. И вот эти эпизоды, где у Бивола может быть не очень, безусловно. И поймать эти ощущения, каковы. Да. Еще раз. И еще комбинация. Голова в сторону болтается, доминиканцы. И стороны. Полминуты до конца боя. Мужает просто на глазах, да, этот парень? Очень хороший боксер.
И он заслуживает этой победы. Честный бой. Это был красивый бой. Бой двух мужчин. Опять-таки, не побоюсь этого слова, победа. В 12-раундовом бою. Всемирная боксерская ассоциация.